им поменяю воду и накормлю. Все съели. Подчистую. Все съели, все выпили. Я им повыше сделала, потому что они землю сюда в поилку будут набрасывать. Я им повыше сделала. Полоснуть ее. Наелись, зубы полные. 20 штучек взяла. По 120 рублей. Один. Маленькие, интересные. Ну все, налила. Хожу, посматриваю. Корм насыпал, вон они едят. Еще одну поилку я им поставлю. Я замочила ее. Она в пыли вся. Висела же. Хотела бройлеры взять. Ой, присяду с вами рядышком. Хотела бройлеры взять. Бройлеры только в одном месте. Сказали, уже не сезон. И дорогие. Чуть-чуть подроще, чуть-чуть. 210 рублей утенок. Это цыпленок. Это дорого. И так, гуси подешевели. Были 330. Сейчас 280 гусенок. Серый. Серые гуси. Ой, спят он. Бедный. Все равно им жарко. Ну, пускай. Все. Зато у них тут вода есть, корм есть. А что, их возят? Жара такая страшная. Но мы рано утром ездили. К 8 часам поехали. И уже полный рынок этой птицы. Корм там же купили, там же. Специальный для них. Ну, немножко сейчас на магазинном корме подержим. А потом буду свое дробить. Целое кировское колесо у меня. Пшеница с горохом вместе. Буду дробить и буду вначале подмешивать, а потом уже переведу на свое. Вот, пьют. Дети маленькие. Маленькие дети. А так бы на полу стояла эта поилка. Они бы затаскали туда вот это из-под ног всю эту грязь в поилку. Здесь все равно как-то это. Надо вот эти палочки еще. Это я нашла в попыхах. Оторвать их, чтобы они не мешали. Жарко. Ой, так жарко. Голова болит. Со вчерашнего озера болит голова. Было давление, выпила таблетку. Сейчас вроде давления нет, а голова болит. Ну, потому что проездили по жаре. Выпила аскафен от головы. Сильно жарко. Все, закрываю. Оставайтесь, ребятишки. Пока закрываю. Купила вот такую домашнюю курицу. Стояли, продавали. Вчера забой был у них. Ну, местные люди продают. Она еще не совсем отошла. Здесь 2 с лишним килограмма. По 300. Толком не запомнила. 300 с лишним рублей. Килограмм. В общем, на 700 рублей она мне потянула, эта курица. Сейчас я ее разделаю. Обрежу. И это... Что-нибудь приготовлю. Остальное по мешочкам в холодильник. Ну что, свинину начнешь вот резать. Там жирная, там жирная.
Обрезаешь это сало. Господи. В нашем возрасте уже сало тоже сильно не поешь. Так вот, курицу. Так что сейчас буду ее разделывать. Ну, помидорки там взяла. Огурцы вот такие вот. По 60 рублей. Помидорки такие вот. 95. Потом были помидоры по 140. Не знаю, чем они отличаются. Ну, только крупные такие. Может быть, на вкус лучше. Огурчики были все такие. Ну, и там всякие фрукты продавали. Я не люблю вот это все эти персики, абрикосы. Вот это я вообще его не люблю. У нас никогда не бывает спелые. Всегда они какие-то недозревшие, жесткие, зеленые. В том году внучку брала, внучки накормила. Ей ночью стало плохо от этого всего. Я их не покупаю. Черешня какая-то темная, черная, что ли. 250 рублей килограмм. Я говорю, господи, ну как мясо прям. Ну что так дорого-то вот это все? Ну я тоже ее не покупаю. Что сильно дорогое, я не беру. У нас оно не растет, и нам как-то его не сильно хочется. У нас вот малина, клубника, смородина. За облепихой ездим. Осенью у нас целые посадки насажены. Ну, такая себе домашняя ягода своя. А вот эти все заморские, я что-то не люблю такое. Вот столько получилось мяса с косточками. Сейчас я его по мешочкам. Разложу. Я вот так понемножку буду, чтобы на одну порцию. И буду чередовать. То свинина, то бройлер. Что-нибудь буду готовить. Вот сегодня хочу натушить картошки с мясом, с бройлерным. А фаршик, у меня есть фарш свиной, он такой жирный. Я его смешаю вот с куриным. Вот сколько я филе нарезала. Как раз перекручу, смешаю, и будет хороший фарш. Хоть на пельмени, хоть на что. Все какое-то разнообразие. Вот так. А есть особо не хочется. Жарко. Вообще. До 6 у нас такая будет жара. А потом уже начнет спадывать. Ну вот. Вот это я положу в холодильник. Вот такая получилась кучка. Курица с цыплятами перебежали на ту сторону. Ну, Потя. Ага, они-то убежали. Не видно их. Так, 2, 4, 6, 7, 8. 8 штук. Вот она их повела. По этим кошурам водит их. Плохо кормить. Дайте тип-тип-тип-тип-тип-тип. Где остальные куры-то?
Дайте тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип. Сейчас я это воды им налью. А петух уже побежал, смотри-ка, что. Видал, что? И зовет их. Вов, надо отогнать. От паразиты. Пиш туда. Марш. Вот этот петух, я его боюсь. Он на меня нападает, как бы хочет напасть. Ну-ка, кыш. Иди. Петька. Я палку возьму. Иди туда. Марш. Я вам пшеницы насыпала. Ну-ка, пошли. Они что, пшено-то вкуснее? Так, сейчас я воды им подналиваю. Пойду посмотрю. Яйца есть, нет? Ну-ка. Она вернется. Там вот другой петух, его надо убрать. Курица сидит. И здесь сидит. Ну и сидите. На улице 34 градуса. Вот такая жара. Вышла за укропом. Салат делаю. Ой-ё, вот жарко. Ну, это поливали мы утром. Капусту здесь что захватило. А вечером нужно переставить на лук. Помидоры не будем, потому что недавно поливали. В общем, жарко. Очень жарко. Куда это годится? В доме находимся. Купила же помидоры, огурцы. Салат сделать. Ой, укропу вчера столько полола, этого укропу. Вот везде. Всходит и всходит и всходит. Так, здесь еще вот. А здесь уже вот перестоял. Ну и все, пойду в дом. Я смотрю, тут перец маленький, горький. И не смотрю, тут уже перчина висит. Коронный, как называют? Коронный перчик. Его, наверное, обрывать надо. Но я ничего не обрываю. Ой, все, пошла в дом делать салат. Жарко, страшно. Картошка взошла. Все, всем пока-пока. Вечером будем поливать в 10 часу. Не раньше. Жара очень долго держится. В 10 часу мне нужно цветы сегодня полить. Вчера я их не поливала. Ну все, всем пока. Всем всего доброго. До новых встреч.